Качество высокое, цены низкие. Традиционная сельхозярмарка продолжает свою работу в Бобруйске. Место встречи изменить нельзя. Проезжая часть вдоль дома 41 по улице Максима Горького. Здесь удовлетворяют любой запрос, даже самого искушенного покупателя. Некоторые выбирают, что посадить на участке, другие запасаются на зиму полезными продуктами. Например, медом. Стартовая цена 8 рублей. Есть гречишный, пчелиный и лесной. Срок годности несколько лет. Скажите, что вы сегодня предлагаете покупателям? Мед с личной пасеки. Пчеловод со стажем, 43 года занимаемся пчеловодством. Натуральный мед, васильковый, вот очень красивый такой, прям с зеленцой. Мед очень красивый. Высокое диастазное число, больше 30. Мед сотовый. Тоже ячеечки с сотовым медом очень красивые. Любите виноград и хотите его выращивать на своем участке? Тогда вам тоже на ярмарку. На выбор несколько сортов: кишмиш, розмус, аркадия. Стоимость саженцев от 10 до 15 рублей. Занимаюсь виноградом уже более 9 лет. Ну, где-то в районе 70 сортов. То есть сорта российские, украинские, гибридные формы. Вот, ну, у нас все как бы вызревает, зреет, вкусовые качества, ну, я вам скажу, может, даже некоторые лучше, чем на рынке. Поэтому при определенной технологии растет у нас практически все. Вот. По вкусовым, ну, это надо пробовать. Ярмарка – это хороший способ сэкономить. Формула простая. Покупаем, садим, собираем. Овощи, фрукты, ягоды – все, что захотите. 50 самых разных плодово-ягодных культур. Это груша, вишня, черешня, малина. Саженцев еще больше – порядка 200 штук. Цены начинаются от 10 рублей, поэтому и очереди большие. Если нет времени на хозяйство, можно купить готовую продукцию – картофель, баклажаны, капуста. Стоимость приемлемая. Например, яблоки по рубль 75, перцы и томаты от 2 рублей, соленые огурцы и чеснок от 3. Выбор большой? Выбор большой. А зачем пришли сюда? За картошкой, за кукурузой. Что-то купили? Купили кукурузу, картошку. Вообще спасибо, спасибо всему государству, спасибо городу, что вот это все придумал. Ярмарка будет работать все выходные октября с 8 утра до 15.00. Последний день 7 ноября. Кроме того, закупиться натурпродуктами можно также на Дзержинского 4, Минской 123, Карла Маркса 49. Ольга Васенда, Стас Чечерин, Бобруйск 360.